Возможные кандидаты в депутаты представительных органов сегодня получили возможность высказаться. В городе прошел форум «Кандидат». Организаторы предоставили право каждому участнику доказать, почему именно за него избиратели должны отдать свой голос на предварительном голосовании, которое пройдет в мае. Все подробности далее. Экономический кризис, санкции со стороны западных стран. В тяжелых условиях, считает лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Быков, многие кандидаты в депутаты будут делать упор на борьбу с экономическими трудностями. Однако властям нельзя забывать о проблемах простых людей. А самое главное – это социальные гарантии. Люди задаются вопросом, будет ли завтра работа, будет ли возможность содержать свою семью. Один из важнейших вопросов, ответ на который ждут люди нашего понимания – это вопрос защищенности. Больше четверти населения региона занимается сельским хозяйством. Поэтому и развитию агропромышленного комплекса должно быть уделено немало внимания. Много сделано для развития АПК. Нам есть что предъявить и чем гордиться. На протяжении 5 лет подряд аграрный сектор входил в лидеры роста. В политику должны прийти те, кто понимает, что и как нужно делать. Для этого и проводится форум участников предварительного голосования «Кандидат». Каждый, кто собирается стать депутатом представительного органа власти, может рассказать о своей работе. Но это дорога честнее по отношению к нашим избирателям, к нашим гражданам. Чтобы стать кандидатом, нужно доказать людям, что ты этого достоин. Работы предстоит много, но никто не ждал, что будет легко. Всего в собрании приняли участие более 200 человек. 18 из них хотят стать депутатами Государственной Думы, 191 – областного ЗАГС-собрания. Кандидатами в народные избранники станут только лучшие из них в результате предварительного голосования 22 мая, а выборы пройдут 18 сентября. Никита Тузов, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича.